Дим, Китай ну, пользуется. прости меня, если об этом говорит Дерипаска, это понятно, да? Ну, то есть, а он но уже он коммерсант. говорит и в том Ну же да, самом РБК. он Но коммерсант. когда говорит чиновник уровня Собянина, это значит, ну, внутри системы что-то происходит. Вот здесь основное это противоречие. По длине летающего ты слишком выебан. Извините за мой французский. Китайцы не облизывают российский рынок. И они вынуждены зарабатывать на продаже китайцев. И поэтому они китайцев хвалят. Было бы глупо, ты же не будешь говорить. Вы знаете, я привез тут, у меня полная площадка говна, и давайте я вам про это говно сейчас расскажу. Я в детском садике помню, вот меня ставят с этой девочкой, вот с этой девочкой я буду ходить пары, а с этой нет. Потому не девочки хочу. С виду одинаковые, даже бантик одинаковый. Сейчас ты покупаешь китайца, и ты говоришь, что я к этому стремился? Да ладно, родной. Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы на канале АБН. И по старой доброй традиции, вечерком после работы мы беседуем с экономистом, предпринимателем, политическим и общественным деятелем Дмитрием Потапенко. Дмитрий Валерьевич, совсем вы забыли Александра Бобылева и его скромный канал. Я, конечно, понимаю, что вы витаете в своих политико-экономических империях, но все-таки вас не хватает, скажу вам честно и без всяких экивоков. Чем вы оправдаете перед аудиторией? А, оправдаюсь только то, что как раз пришла осень и стало как раз холодать, и поэтому я возвращаюсь после тепла, возвращаюсь как раз к нашим душевным посиделкам вечерним. Поэтому теперь это еще плюс программа выйдет на Потапенко прямой. Обязательно подписаться на Сашу Бобылева. Те, кто не подписан на Сашу Бобылева с Потапенко прямого, а Саша Бобылева подписаться на Потапенко прямой. Поставить лайк, шер, али шер в обязательном порядке. И плюс еще мы, как только я преодолею свою техническую некомпетентность, будем стримить. А это будет уже на следующий раз. Да. Мы выберем день, когда вместо того, чтобы делать это записное, мы будем делать это живым общением с вашими вопросами. Помимо того, что Саша пишет великолепный сценарий, который мы сейчас будем отрабатывать, мы будем отвлекаться на ваши вопросы. Так что готовьтесь. Получите, распишитесь. Да, друзья, но сегодня пока обычный формат, значит, и сегодняшний эфир мы решили посвятить экономическим вопросам, которые, ну, скажем так, вызывают серьезное беспокойство не только у меня, но и у большого количества людей, на которые следует обратить внимание. Дим, это, правда, не в чистом виде экономическая тематика, ну, в такие времена живем, уже не отличить, где заканчивается то, что называется экономика, и начинается то, что называется политика. А кто сказал, что политика – это перепачканная, не скажу в чем, экономика? Да, это моя фраза. Политика – это перепачканная дерьмо экономика. Вот, тогда я тебя к месту процитировал. Значит, первый пункт у нас такой. Я его назвал «Лед тронулся». Мы в совместных эфирах, в наших, и по отдельности каждый, много говорили об этом при условутом развороте на восток. Друзья, мы показывали, что этот план по многим причинам так себе. И не стоит возлагать особой надежды на тамошних, как нам было сказано, добросовестных партнеров. Я сейчас, ты знаешь, процитирую для зрителей, ты это все знаешь, но просто чтобы зрители как-то так вот прочувствовали силу треска этого льда, который, как я сказал, тронулся. Цитирую по РБК заявление мэра Москвы Сергея Собянина на Международном экономическом форуме. России не стоит полагаться на азиатские страны в вопросе получения современных технологий, поскольку они действуют еще жестче, чем Запад, когда дело касается их интересов. Вторая цитата. Восточные рынки, мы должны понимать, что они еще более жесткие. С нами уже и там идет серьезная война, запятая экономическая война. Следующая цитата. После разворота России на восток из-за санкций, введенных за Украину, азиатские страны решили выжать максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Кто бы сомневался, замечание мое.
В частности, они активно предоставляют своим компаниям различные преференции, по сути, демпинг, и накручивают цену на их продукцию. Никто не хочет дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни тем более в микроэлектронике. Более того, нам открыто говорят, хотите получить какие-то технологии, получайте готовый продукт. По словам мэра, Россия сталкивается с еще более сильным давлением, когда отказывается идти на такие условия. Да не может быть. Опять замечание мое. Ссылаясь на то, что ей нужны в лучшем случае комплектующие, которые она собирается заменить в скором времени. Ну, то есть как-то на рынке называется термин какой-то. Я специально забыл, вспомню, там доложу. Нам говорят, мы это понимаем. Локализация. Да, вот. А локализация? Локализация, да. Нам говорят, мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере, по нормальным ценам. Вот двойная цена, пожалуйста. Рассказал Собянин. Кстати, в недавнем интервью Ире Воробьевой, Наталья Васильевна, с тобой хорошая знакомая, сказала, что Китай сейчас запретил дроны в Россию продавать массой более 4 кг. Таких примеров много. Ваш комментарий, Дмитрий Валерьевич. Мы про это говорили. Ну, то бишь, смысл-то сейчас что моросить-то на эту тему? То, что Китай нет никакого друга, и что если ты... Ну, вот здесь основное противоречие. Для нелетающего ты слишком выебан. Извините за мой французский. Потому что в данном случае, да, мы будем обычными покупателями. Далеко ходить не надо, что понятно, что большая часть чиновников, которые подменили все религии одной штукой под названием государство, просто обувают всех и друг друга, и рассказывают о том, что, в общем, можно что-то импортозаместить. В очередной раз там показываю Airfon, который на самом деле бангладешская поделка, которая стоит в 3 раза дешевле, с характеристиками лучше, чем у этого Airfon. Они туда сделали пришлепку в виде так называемой российской операционной системы. Операционная система для столь небольшого как бы такой популяции Российской Федерации, ну, она бессмысленна, потому что операционная система должна развиваться мало того, что на конкурентной основе, но она должна иметь большое количество тестировщиков. А когда у вас тестировщиков всего там 60 будет миллионов, даже если вы принудительно заставите всех перейти на эту систему «Аврора», ну, это вообще разговор ни о чем. Потому что такое количество тестировщиков, я думаю, привлекается исключительно даже в качестве волонтеров. Теми же, соответственно, создателями виндов и оси. Поэтому ничего экстраординарного. Другое дело, что выйти из этой петли-то они уже не могут. Вход рубль, а выход 2. Куда дальше-то разворачиваться? Хорошо, разворот на восток не удался. Возвращаемся на запад. Там тоже мы уже как-то везде посрались. С востоком нас никто не ждет. Ну, то есть, куда бечь-то? Изображать из себя самостийность, а для того, чтобы изображать из себя самостийность, для этого надо было думать, первое, задолго до, а во второе, самое главное, что для этого должен был быть, что-то должно быть самостоятельно создано. А мы уже многократно обсуждали с тобой, что за последние более чем 100 лет, в общем-то, Россия из аграрной державы, шагнув в индустриальную так называемую эпоху, она шагнула исключительно методом гоп-стопа, а не последовательным развитием своих производственных и производительных сил, так называемых. Попросту говоря, сначала обув всех промышленников, предпринимателей и перерезав им горло на деньги, потом сюда просто американцы приехали и за деньги же ограбленных предпринимателей возвели всю так называемую советскую промышленность. Медицинский факт. Поэтому как-то анамнез и предыдущие гены у нас не очень хорошие. То есть у нас отсутствуют гены как таковой промышленной политики. Свои собственные, я имею в виду, не привязанные к там, мировым изменениям. Это очень важный момент. Ну, вот с политической точки зрения. Какие Семенович Собянин? Ну, он умный мужик. Да, хороший хороший управленец. Он, впоследствии разворота на восток, я думаю, что предполагал не хуже тебя, все меня. Я тебе, Саша, больше скажу. Абсолютно все, даже те, кто как это кричат про импортозамещение, если ты думаешь, что они как-то свято верят в то, что они произносят, нет, они идут по другой логике. Я тебе это тоже уже многократно говорил нашим зрителям нашего канала. Нет более оппозиционных настроенных журналистов, чем
ньюсрумы федеральных каналов. Они про всю эту пижню знают. Но только другое дело. Какой смысл, когда тебя кормят, поят? Я тебе рассказывал, соответственно, про аналитический отдел ФСО. Профессиональные ребята, очень отличные. Если они понимают, что будет прилет за, там, условно говоря, нежелательные, как говорится, тексты, зачем им как-то грушить свои ипотеки, свои микрохолдинги, в которых у них там работает мать, брат, жена, если любовница и все остальные, собака? Они про закредитованность очень, сегодня очень поговорим. Ну, 31 триллион уже. Уже, если раньше мы там обсуждали года полтора-два назад, что система финансовая будет крякать, когда 25 будет триллион, то за счет того, что как-то система порезана и фундаментально изменена, то бишь она откинута, она перестала быть банковской, она стала быть административной, она сейчас может наращивать закредитованность населения практически до любого предела. А ты знаешь, что обычно говорится про закредитованность, просто чтобы сейчас закончить с этим, а не сбиваться с основной мысли, что мы по сравнению там с теми же самыми уважаемыми партнерами, у нас в абсолютных значениях кредитное бремя на население вовсе небольшое. Но оказалось, что стоимость обслуживания этого небольшого бремени такая же, как у них там большого. В этом смысле ситуация вызывает тревогу. Поэтому... Ну, а у кого? Никакой тревоги здесь не может быть. У феодала, если тебе холоп много должен, так это наоборот хорошо. Это означает, что его имущество, его весь холдинг тебе принадлежит, его дети, даже будущий несобранный урожай тебе принадлежит. Поэтому почему тут должно тревога? Для феодала все хорошо. Наоборот, эту систему надо развивать. Закабаление – это самая правильная логика феодала. Они это делают очень великолепно, я считаю. Прям профи-профи. Я думаю, мы вот эту твою феодальную теорию давай с Щелиным Павлом обсудим. Мне кажется, там есть что повыяснять, потому что тема такая стереометрическая. Ведь действительно, по сути, как так получилось, что состоялся такой камбэк, да, вот после, казалось бы, развитого социализма? Что это вообще за петля такая историческая? Мне это крайне интересно, как это вообще. Вот. Мне кажется, что просто мы переоцениваем, что произошло в 1917 году. Чем больше погружаюсь. Да нет, я иронизирую, конечно. Я понимаю, когда писал те же две исторические книги, которые сейчас вот обратно вернулись ко мне же в магазинчик, там, потому что они исчезали, там было переиздание уже, по-моему, пятое, что ли. Ну, 37 невыученных уроков и жестокая экономика. Я, честно говоря, каждый раз, когда погружаюсь в исторические документы, понимаю, что не существует никакого капитализма, социализма и всего остального. Это все придумки. Мы сами себе пытаемся подогнать какие-то рамки, которые, в общем, опираются на базу, на устройство взаимоотношений наших, нас друг с другом. Мы, попросту говоря, те или иные форматы наших взаимоотношений подгоняем, а потом придаем этому некому названию. Поэтому человечество очень примитивно с точки зрения своих реакции, мне кажется, что в этом базис проблем. Возвращаясь к Собянину, мы с тобой отметили, что человек он умный, опытный, но одновременно с этим он политик. Вот он делает заявление, вот с твоей точки зрения, чтобы что. Вот он в политкорректной форме говорит, что войну развязали. Там. С точки зрения как бы приличия все соблюдено, но это же ведь определенный демарш. Ну, давайте так, мы не дети. Нет, это... Друзья, давайте прервемся на пару минуток. Расскажу кое-что действительно интересное. Помните, это стандартное жизненное задание для человека, такой своеобразный план минимум. Привести в этот мир своего ребенка, посадить хотя бы одно дерево и построить дом. Многие из нас, как говорится, эту короткую программу уже откатали, а многие-то еще в процессе. Ну и, как говорится, дай бог здоровья и удачи, чтобы все получилось. Хочу поделиться с вами опытом и советом по части третьего пункта этой программы «Стройки дома» и в философском смысле, и в практическом. Во времена моей молодости из многих кассетных магнитофонов моих сверстников звучала модная тогда музыка «Машина времени» и чуть дребезжащий голос Андрея Макаревича. И самыми моими любимыми песнями были его песни «Родной дом» и «Три окна». Помните?
Над нашим домом целый год мела метель, и дом по крышу замело. А мне сказали, что за 3-9 земель в домах и сухо, и тепло. Я родился и вырос в коммуналке на Пресне, но почему-то никогда не считал это жилье своим домом. Тут не нужен особый психоанализ. Просто мои бабушки и дедушки, вся моя семья родом из Нижнего, и жила моя семья в своем доме в Горьковской области. И именно этот дом был для меня прообразом такого теплого отчего дома. Ну и повзрослев, я не видел для себя никаких других вариантов для жизни, кроме как построить любой домишко, на который хватит сил и денег. Так, слава богу, и случилось, но этот мой дом, он не достиг того детского впечатления, которое у меня было от большой русской избы моих предков над русской рекой Окой. Наверное, знаете почему? Наверное, потому что этот мой дом нынешний, он не деревянный. Я, конечно, изначально рассматривал вариант постройки деревянного дома, но в те времена, в конце 90-х, хорошие деревянные дома предлагали только финны, но это были запредельные цены. А отечественных хороших деревянных домов не было. Ну, я и пошел по традиционному пути. Кирпич, бетон и стройка, это еще к тому же растянулось на 10 лет, что тоже само по себе, конечно, не здорово. Если вы собираетесь строить сейчас или рассматриваете этот вариант ближайшей перспективы, и вам интересно мое мнение, какой вариант предпочесть, я бы вам посоветовал конкретно обратиться в компанию «Парус Дом». Это компания моих хороших знакомых, которые производят и строят деревянные дома. Перечислю достоинства этого варианта. Первое. «Парус Дом» – это серийный дом, в котором все просчитано до последнего гвоздя и самореза. Все решения, применяемые в «Парус Дом», уже многократно проверены и испытаны, что делает этот дом не только красивым, но и надежным, как автомат Калашникова. Этот просчет конструкции дома до последнего гвоздя позволил вывести фиксированную цену дома. Подчеркну, жестко фиксированную цену дома, которую вы можете узнать сразу в момент обращения в компанию, а не постепенно в процессе просчета сметы или даже в процессе стройки. Второе. Несмотря на то, что «Парус Дом» – это серийный дом, он ни в коем случае не выглядит как инкубаторский. Все «Парус Дома» эстетически очень разные. Это достигается не только игрой цветов, но и благодаря свободной планировке и такой игре с боковыми окнами. Также можно выбрать архитектурный стиль дома. Это может быть как классическое шале, так и ультрасовременный барнхаус. Третье. Это самые вишенки на торте. Я имею в виду скорость строительства и уровень цен на дом. Благодаря жесткой стандартизации процессов строительства «Парус Дом» строится с ошеломительной скоростью. За 3 месяца сдается комплектация «Теплый контур», за 4 месяца комплектация «White Box». И замечу, это срок не какого-то там теоретического строительства без учета затрат времени на проектирование, закупку материалов и так далее. Это срок от подписания договора. Всего за 3 месяца вы можете получить дом «Фахверк» на своем участке. Такие сроки в сегменте домов «Фахверк» не может обеспечить ни одна компания в России, да, возможно, и в мире. Ну а самая крупная вишенка на торте – это, конечно, цена. Благодаря очень продуманной конструкции дома, отработанным технологическим и бизнес-процессам, благодаря многократной испытанности всех материалов и узлов конструкции дома, а материалы там используются хорошие, зачастую премиум качества, но все равно цена «Парус Дома» лучшая на рынке. Например, «Парус Дом» 18 метров на 9 метров, площадью 170 квадратных метров, обойдется вам 6 миллионов 900 тысяч в комплектации «Теплый контур». Это чуть больше 40 тысяч рублей за квадратный метр. Для дома с панорамными окнами, 5-метровыми потолками и очень красивой архитектурой – это отличная цена. Компания «Парус Дом» строит в Санкт-Петербурге и в Москве. Все контакты, как обычно, в первом закрепленном комментарии от канала и в описании к ролику. Удачи вам, друзья! Я надеюсь, скоро у вас действительно появится родной дом, о котором нам когда-то пел Макаревич. Это не-не-не, это не демарш, это общий тренд, в общем, как-то программу импорта, ну, саму логику импортозамещения как-то уже, наверное, слышу, уже последние 2 года практически она в тексте не существует. Даже слово «технологический суверенитет», оно некоторое время
помуссировалось, а сейчас оно даже в дискурсе не присутствует. Поэтому оно так возникает, но какого-то массового движения нет. Потому что, в общем, все прекрасно понимают. Технологии, вот по большей части, они все равно будут западные. Никуда ты с этого не денешься. Дим, ну, прости меня, если об этом говорит Дерипаска, это понятно, да? Ну, то есть, а он уже коммерсант. Говорит и в том ну, же да, самом РПК. Он коммерсант. Но когда говорит чиновник уровня Собянина, это значит, ну, внутри системы что-то происходит. Я вот просто вот, ну... Внутри системы давным-давно решение на предмет того, что мы будем работать с пофигу кого с кем, ключевой вопрос, то, что мы... Это все проистекает от базисного. От того, что называется российско-украинский конфликт. Это просто вне рамок нашего сегодняшнего обсуждения. Продолжу гнуть свою линию. Надеюсь, тебе это не покажется каким-то раздражающим фактором. Ну, действительно, тренд интересный. И мне интересно узнать, что ты думаешь по этому поводу. Вот вышла статья. Практически это где-то одновременно. Вот МЭФ, статья Владислава Юрьевича Суркова «Рождение Севера». Она идет в том же ключе, что и выступление Собянина на МЭФ. Дай тоже процитирую, а то нас ответственные люди смотрят. Не дай бог, как говорится, запятую упустить. Шутка, друзья. Будет Великий Север. Россия, США, Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер. Когда-то понятие «глобальный север» было фактически синонимом Запада, и ввиду очевидного дублирования не прижилось. Вот эту фразу я не понял, но говорим об этом. Теперь же контуры Великого Севера хоть и едва видны, но проступают и несут совсем другой смысл. Сейчас трудно поверить, что конфликтующие системы в итоге достигнут высокого уровня конвергенции. Но также трудно было поверить в единую Россию, когда Михаил Тверской бился с Московским княжеством. Также трудно было поверить в единую Европу во времена Валенштейна или в Соединение Штатов Америки в начале войны Янки с конфедератами. Вот не вдаваясь в терминологию, а я, кстати, проконсультировался, ты же знаешь, у меня связи в среде политических философов. Они говорят, что значит, размытое понятие, что такое глобальный юг, и тем более впервые вообще они слышат, что такое глобальный север. Но это тоже, мне кажется, Владислав Юрьевич отдал дань политкорректности. Вот. Но тем не менее, видно, что в статье тоже мало энтузиазма по этому самому развороту на восток. Более того, этот глобальный юг, который на самом деле восток, у нас, как говорили на военной нашей кафедре, вероятный противник. Он там преподнесен так в статье. Дмитрий Валерьевич, а Владислав Юрьевич что имел в виду? Продолжаю вас доканывать. Вот что он имел в виду? Отвечаю тебе, вся чиновничья вертикаль имеет в виду достаточно примитивную вещь. Разводить условную Европу и даже Штаты нам проще, чем разводить азиатов. Потому что мы для них, и более для Европы, я имею в виду, и более крупный по отношению к каждому из них по отдельности рынок избыта и рынок, соответственно, взаимодействия. Потому что объединенность их весьма условна. А величина Китая, которая превышает нашу экономику по 20 раз с лишним, там, зачастую, в общем, разводить его не удастся. Поэтому нам не с руки работать ни с Турцией, ни с Индией, ни с Китаем. Несмотря на то, что они сейчас выполняют важные для нас функции прокладок, они выполняют эти функции прокладок в первую очередь с тем самым проклятым Западом. Поэтому мы как работали, так и будем работать с Западом. Просто пока сейчас... Мы пытаемся как-то пересилить их или пересидеть их дезорганизованность. Можно такой вопрос, что называется, из глубины души? Да. Вот как вам кажется, мы это вот в приятельских кругах обсуждали. Если бы вот те люди, которые у нас формируют политические решения или даже вот, ну, политические вектора, то, что называется, имели бы в прошлом опыт, личный опыт, подчеркиваю, взаимодействие с Юго-Восточной Азией, неважно с каким регионом, хоть с Вьетнамом, как я, хоть с Китаем, я с китайцами меньше общался, хоть с Индией, Дмитрий Валерьевич, индусы, это туши свет, кидай гранату, как экономический партнер. Вот если бы они ручками потрогали, они бы всерьез бы рассматривали вот эти регионы как альтернативу традиционным рынкам. Нет, даже близко этого не было.
Ну, потому что, Саш, наши зрители этого знают, что первый раз я познакомился с китайцами в 95-м году. Эта история, как говорится, вошла как это уже во все книги и аналы. Когда я рассказывал, как я сам себя нагрел, мне я купил два вагона стержней, и 90% из них оказались непишущие. Я не смог предъявить им никаких претензий. За что как-то я сам оказался. Это был прямо такой щелчок по носу. Мне сказали, ты стержни купил? Купил. Я говорю, ну они же не пишут ни хера. Подожди, ты стержень купил? Купил. Поэтому, когда мы покупаем сейчас, я это тоже рассказывал, что даже не в одну книгу вошло, мы покупаем, знаете, крючки есть такие. Вы когда пойдете в супермаркет, полка крепится на таком крючочке, там такая пластинка, по сути дела, из стали штампованная. Вот контракт на производство подобного рода пластинки 280 страниц. Потому что вот эти друзья, они любое непрописанное условие, например, в какое время, из какой стали, каким покрытием, какая грунтовка, они так истолкуют, что они тебе так натянут, что мало-мало не покажется. Поэтому, в общем, и это не то, что они хотят тебя обмануть, это таково правило. Не оговорено, значит, можно, соответственно, трактовать свою пользу. Поэтому, если сравнивать, например, когда я разговариваю, там, неважно, там, с голландцем, с немцем, с итальянцем, французом, за счет того, что у нас близкая инженерная школа, она оттуда и импортирована. Напомню, в общем-то, наши князья с вами разговаривали не на русском, они разговаривали на французском. Мы оттуда, соответственно, все стандарты это получили. Мы разговариваем практически многие вещи, можно не оговаривать, потому что система стандартизации оттуда к нам пришла. А с китайцами ровно диаметрально противоположно. К ним имплантировалась западная система в качестве такой колониальной, и они, поскольку им надо было выкруживаться, они были нищими, они эту систему очень перетрахали, как говорит Александр Александр Григорьевич. Григорьевич, они вот периодически перетрахивают. Я свой там, вот. Поэтому они вот эту перетрахивали, вот они привели к тому, что у них система и не европейская, и не американская. Именно поэтому любой человек, который покупает по нищете своей и глупости, потому что две вещи, там, условно, китайца, потом имеет очень серьезные проблемы с запчастями. Причина очень простая. Потому что в автопром настолько быстро растет, что у них каталогизация запчастей и самое главное, поставщики запчастей попросту меняются по 10 раз на дню. Но поскольку, как говорится, возможности купить нормального или даже бэушного немца, ну, нет, приходится всем рассказывать, что да вы ни черта не понимаете, это китайцы так скакнули в своем производстве. Но мне-то, как человеку 18 лет там сидящему, я могу сказать, что у меня китайцы, которые работают, ни один из них, пока как только он поднимается, он садится либо на BMW, либо на Mercedes. А свое китайское говно, он даже близко к нему не подходит. Потому что это еще как-то понимание статуса. Точно так же китайцы, когда приезжают в Европу, они не покупают свои подделки под Louis Vuitton. Они именно скупают оригинальный Louis Vuitton. Может быть, дорогие россияне, вам это что-нибудь с точки зрения размышлений дают? Может быть, китайцы производят погремушки? Я вот когда смотрю на все, что произведено в Китае, мне это всегда напоминает первые, помнишь, были даже не пульты сигнализации, а были такие музыкальные шкатулки. Там нажимаешь, и она противным-противным голосом что-то пищала. 90 там процентов, половина функций не работала, а половина функций, те, что работали, мелодии были очень-очень похожи. Поэтому, когда я вижу, там с соплями исходят люди, говорят, ой, китайцы, вот мы там купили китайский автомобиль. Я говорю, ну, купили, купили. Ну, зачем же как-то нищету духа или кошелька демонстрировать? Не надо это преподносить, не надо как-то бедным быть не зазорно. Зазорно как-то изображать, что к Быть этому мы и дешевым. стремимся. Да, Есть зазорно к такая этому. крылатая фраза: бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым. Да, Мне как-то абсолютно. ее мама сказала на мой упрек, что же Правильно, мы так богато твоя живем. мама твоя говорила. Потому что когда ты раньше за 30 с лишним миллиона покупал бэху, а сейчас ты покупаешь китайца, и ты говоришь, что я к этому стремился? Да ладно, родной. Именно так ты к этому стремился? То есть тебе, отмотав на 3 года назад, если бы мы этот разговор перенесли, ты бы сказал, да BMW там, ты бы вот эти тексты, которые я периодически читаю, как отстал там европейский автопром, ты бы 3 года назад воспроизвел? Да ладно. А что, 3 года назад у китайцев там сделали за 3 года прорыв? Они сделали этот прорыв очень-очень давно. Поэтому, ну, да.
Твоя Ты первый про мама... машинки начал, тогда я смотрю. Ну, извини, я просто у меня на программе, я на программе у меня, когда эксперты выходят, то есть все приличные эксперты, ну, в общем, кроме блогеров, которые понятно, что как-то они лишились своей нормальной клиентуры, потому что раньше, условно, клиентом их теоретически мог быть я, потому что, ну, было ли влом возить тачки, а так я вспомнил детство золотое, когда я гонял тачки из зеленого угла и, соответственно, через моряков завозил машинки, когда был студентом. Ну, это был такой приработок. И поэтому сейчас блогеры, поскольку лишились этого, они стали дилерами всякого там хончи. Я когда периодически за это говно, соответственно, смотрю в салоне Мерседеса стоящее, думаю, ой-ё. Думаю, это ж под каким наркозом надо купить вот это говнище-то? Слушай, я Нет, сижу я, и конечно, я еле не себя сижу. сдерживаю, чтобы не... Давай эту тему отдельно обсудим, повторюсь. Давай, давай. Но... Саш, ну поскольку и ты, и я ездим на немецких автомобилях, поэтому я как это... Я всегда говорю, давайте покажите мне трехлеточку китайскую. А поскольку я их видел, в отличие от вас, то я могу сказать, ну... А уж не говорю про то, как вы побейте китайский автомобиль по европейским нормам. Ну, в смысле безопасности. Почему-то китайцы бьют их по так называемым своим нормам. А в 90% случаев те, кто выходит на сопли, прямо вот так вот размазывают про китайский автомобиль, говорят, ой, там такие опции. Какие опции? Жопогрейка, что ли? Или телевизор поставленный вместо этой? Какие там жопо опции? Опции должны быть, машина должна перемещаться, должна быть управляемая. Должен быть дешевый достаточно ремонт. Надежность. Не Надежность. Ну, то есть там... побоюсь этого слова, коррозионная стойкость. У меня Ну... Туарега лет 5 назад отколупнулся небольшой кусок краски от края двери, потому что я, когда выхожу в гараже из машины, сильно бью этой дверкой по стенке. Ну, то есть имеет право Ну... отколупнуться. И вот там 6 лет просвечивает чистый немецкий цинк. Я думаю, подкрасить его, что ли? Потом думаю, а зачем? Ну, что там будет-то этому делу? Вот. И я лишний говорит, что даже на японской машине такой скол где-то через полгода Конечно. приведет к сплошной коррозии. Саш, Поэтому... но у меня, поскольку был одновременно Паджерик и Гелик, я при том, что Паджерик у меня гнил, что, то есть мог нагнить, прям начать прямо на раз-два. Я его, правда, всегда все там, что называется, выводил, а Гелик, он, что называется, снос у меня. Поэтому, ну, прямо как это, небо и земля. Я уж не говорю про то, что Гелик дешевле в обслуживании был, чем Паджерик, до сих пор дешевле. Поэтому я отказался от вообще от. У нас там осталось пару немецких машин и все. Ой, этих японских машин. Ну так, чисто для. Немецкие машины, они, знаешь, они превращаются в друзей. Ну ладно, я сейчас это... Я же Они как. блогерство, знаешь, с чего начинал? Я в Топ Гир статейки подписывал. Вот, пожалуйста, дай я с политикой сейчас закончу, и мы с тобой там оттопчемся по китайскому автопрому как следует. Друзья, Не надо, не надо, не слушай, не надо. переключайтесь. Не надо на нем топтаться. Не надо на нем топтаться. Я просто. Я очень, как говорится, очень. Ну, я знаю нескольких персонажей, которые говорят, все, я расстался с Мерседесом. Ну, нет денег, но расстался, бывает, ничего. Не надо, опять-таки, не, ну, что, бывает просад по бабкам. Зачем это опубличивать? Да. Что демонстрируешь? Если тебе в ломак купить, то есть если бы у меня стала дилемма, я бы купил бы бэушного, там, соответственно, бэушного немца и не морочил бы себе голову. Уж какого там, как в зависимости от моих доходов, я до сих пор с теплотой вспоминаю Шкодовку. Это была Ну, прям Шкода, первая. друзья, кто не знает, это вообще немецкий автомобиль, так на всякий Ну, случай. это естественно, Volkswagen Саш. Group, ну, то, что его Да, собирают Саш, это чешские я. руки, это его совершенно не портит, поэтому... Конечно, Саш, но у меня до сих пор могу сказать, что это была моя первая Шкодовка Фелиция. Первого выпуска, это была первая новая машина. Так-то я до этого как-то бэушки все время брал, а тут я что-то, у меня как-то так подвернулось выплаты какие-то, я там пошел просто ее так, как семечки купил себе в магазе на Южном порту, как сейчас помню. Мне еще сделали офигительную скидку, она, Шкодек стоил 6,5 тысяч долларов. Про цены, про автомобильную инфляцию, друзья, тоже поговорим. Но вот все-таки смотри, возвращаясь к Владиславу Юрьевичу и Сергею Семеновичу. У нас с тобой ведь прозвучал такой крамольный намек на то, что неплохо бы государственным деятелям иметь бы, я так достаточно прозрачно намекнул, предпринимательский бэкграунд. И, кстати, ты вот
Понимаю иронию в твоих глазах, но вот был опрос такого агентства, я его раньше не видел, появилось в последнее время, не знаю, насколько его можно доверять, называется Russian Fields. Оно там сейчас много интересных всяких данных дает. И в частности, вот в опросе, в котором там сколько там, 68% россиян высказали пожелание, чтобы президент там был моложе 70 лет. В этом же опросе, по-моему, на третьем или на четвертом месте было такое предпочтение, что хорошо бы, если бы он был в прошлом предпринимателем. То есть это очень показательная вещь, учитывая, так сказать, левое настроение в нашей стране там и так далее. Не левый, а левацко-бандитский, потому что поскольку многократно я вот там, когда читаю твои комментарии, значит, милые, милые мои хорошие, я самый большой пропагандист так называемых левых идей. Только я всегда говорю, если вы хотите взять что-то и поделить по-правильному, это чистый бандитизм. А если вы хотите коаптивно или коллективно что-то создать, просто создайте какое-нибудь предприятие на основании так называемых левых идей. Я за то, чтобы левые не только идеи, но и практики были изображены, ну, персонально там неким объединением людей, то есть, которые не пришли на какое-то там предприятие и псевдолевацкие идеи за счет, на самом деле, моих денег, клиента, это все реализует там, вот, там какие-то псевдосоциальные так называемые блага, которые на самом деле главное социальное благо – это обслуживание клиента и выплата доходов соответственно, своим работникам. Это социальное благо. Вот. А как только будут показательные выступления, созданные с нуля предприятий, я на это с большим удовольствием посмотрю. И поскольку у нас там персонажи периодически бегают про СССР, я уже рассказал, каким образом были созданы предприятия СССР на чистом бандитизме. Но так все-таки, что касается, помнишь, как были истинные короли в эзотерических преданиях, они должны были быть магами, целителями, мудрецами, воинами. Вот Вот, сейчас Саша, истинный король должен быть предпринимателем в прошлом. нет, сейчас он должен быть тварью, которая максимально цинично всех имеет. Нет, сейчас в этом нет в этом потребности. В этом нет Ну потребности. вот социология показывает, что ну как-то вот Запрос запрос есть, есть. но зачем этот запрос реализовывать? Давай будем честны. Если ты можешь управлять более примитивными, соответственно, дубьем, то зачем тебе этот запрос реализовывать? Опять-таки, значит, что касается усложнения, упрощения, оставим это к Щелину, да, упрощение, как правило, идет к воинам, да, вот усложнение, оно ведет в прогресс. Именно поэтому мы, собственно говоря, имеем то, что мы имеем. Потому что все напряжение, которое мы с тобой выше обсудили, оно создано не вчера. Оно создано как минимум 5-7 лет назад. Я уже практически в каждую даже презентацию это внедряю, включаю, что там что книга, которая называется «Теория экономического потрясения», она была издана в 2021 году. Тогда еще не было 24 числа. Я там очень четко прописывал, и это не потому, что такой я шибко гениальный. Потому что любая авторитарная система, она всегда идет по выплескиванию внутренних Это напряжений, со внутренних времен проблем. греческих Нам не... полисов еще, извини, что перебил. Абсолютно, абсолютно ты прав. Это вот как раз это. А это уже я отсылка к двум нашим историческим с Сашкой книгам от 37 невыученных уроков и жестокой экономики. Там все на исторических материалах построено. Это вот прямо всегда человечество, как только, как говорится, играло в некие псевдоимперские закосы, на самом деле это псевдоимперские, это было в основном 90% не империя, а внутренний комплекс, выплескивали вот в подобного рода внешние контуры, убивать себе подобных. Ну вот, в частности, на примере Первой мировой войны сейчас люди, многие аналитики, и есть исторические исследования, все не понимают, что это было за массовое безумие. Во всех же странах был массовый энтузиазм по этому поводу, Да, причем даже среди интеллигенции. конечно. Ну, это И, нормально. так сказать, в основе вот этого, казалось бы, безумие, лежит очень простая вещь. Людям надоело быть сложными, политическим элитам. Конечно. Они Конечно. решили упроститься вот до примитивных потребностей. Когда управляющая система примитивнее объекта управления, Да, всегда, конечно. всегда жди, как Всегда. говорится, повестки из военкомата. Да. Ладно, это все лирика, немного цифр давай возьмем. Почему для России
критична потеря традиционных рынков, член-корреспондент Российской академии наук, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, доктор экономических наук, профессор Андрей Спартак. Так, объяснил, почему для России очень критичен разрыв торговых связей с ЕС. Значит, по замещению критического импорта, мы посчитали, что у нас на базе 2021 года примерно 12 миллиардов долларов ЕС запретил импорт критических технологий, частей, компонентов, материалов. Мы сейчас, констатирует Андрей Спартак, можем заместить только 2 миллиарда долларов в нейтральных странах, львиную долю в Китае, заметную, но меньшую долю в Беларуси. Больше ничего. Все другие страны Евразийского союза, недавнее заявление президента Казахстана, давай вспомним, что он будет соблюдать режим санкций, мало что могут сделать в этом отношении. Так что у нас с критическим импортом? Меня вот как майорца запчасти для самолетов больше всего интересуют. А Баглаев жалуется, что ему негде станки отремонтировать, ЧПУ. Вот, кстати, в нашем последнем эфире он задал так: а где мне его чинить? Вот я сейчас все хорошо работаю там и так далее. Нигде ему не чинить, потому что все, Алис. Ну, то бишь, это все, он то ему придется, ну, вот то, чем я мечусь последние там полтора-два года, значит, что происходит, я без названия компаний. Крупные предприятия, финансово-промышленные группы, которые на наших биржах, всех, кого называют олигархами, у них инвестиционная программа. Обычная инвестиционная программа, ее срок стратегический, в среднем 3-5 лет. Это модернизация, там, условно говоря, там, предприятий промышленного, энергетического, нефтехимического сектора, ну и так далее. В 90% случаев оборудование уникальное. Ну, что значит уникальное? Оно производится в, но не в недружественных странах. Ни в Китае, ни в каких-то там Индиях подобного рода оборудование не существует. Вообще как класса. И то, чем приходится заниматься, это, по сути дела, такой помесь неокра с контрабасом. Когда ты привозишь часть инженеров, ты привозишь часть оборудования, делаешь на каком-нибудь китайском заводе линию мелкую, которая подделывает, по сути дела, иностранное оборудование и завозится сюда, возвращаясь к Баглаеву. Но только стоит, кстати, вот этот весь процесс, он стоит как крыло от Боинга, это обычно 5-6 концов. А для Баглаева, просто чтобы провернуть подобного рода историю, у него тоже будет 5-6 концов, только он масенький, и он это просто не вытянет нифига. Если крупняк, условно, вот эти финансово-промышленные группы, которым я все это помогаю делать, они это вытягивают за счет вырезания прибыли, урезания в том числе каких-то иных программ. И это все скажется, на самом деле, ну не в 24-м, а где-то приблизительно в 26-27 году. Вот это технологическое, технологический неокр. Там много 90. Чего скажется, да, да, я понял. Да, и вот он, все. То есть я вспомнил детство золотое со свои 90-е, только не в смысле, поскольку у всех в основном флёр каких-то там около бандитов, 90% случаев мы с тобой, ты вот фотки когда демонстрировал, я тебе присылал там, ты там с чемоданчиком, а я фурор, такой в коже. Фурор был, да, в сетях фурор был, все обсуждали. Да, а я такой в кожанке, в троечке, что называется, такой чисто правильный пацан. Так вот, я вспомнил это детство золотое. Только кенгурятника у меня нету, и чуть-чуть мы постарше стали, и как бегать, на самом деле, уже не хотелось, уже на шестом десятке хочется как-то, знаешь, ближе к внукам, что называется, подползать. А тут ты вспоминаешь вот эту всю ерунду, и думаешь, ну, хорошо, надо заработать, будем зарабатывать. При том, что, кстати, когда, поскольку нас там периодически пишут, эти 5-6 концов – это не увеличение прибыли. В 90% случаев это как-то увеличение имеет нас и как и прежде, а писанин добавляется очень сильно. Слушай, ну а ладно, станок – это самое. Ну, как говорится, встанет Баглаевский завод, а самолеты? Та же самая, такая же история. Ты когда... Слушай, а кто там в Росавиации сказал, что нам на 10 лет мы там продержимся? Полная шняга. Я вот летаю, когда по региональным аэропортам, там в отстойниках уже такой каннибализм, прямо там по полной программе. Ну, ты же как авиационщик это прекрасно знаешь. Там салон, черт с ним, туалет, черт с ним, а там обшивка, черт с ним. Основное это турбины, основное это двигло.
Вот там, условно говоря, без Слушай, в после темноте. каждого полета на самолете надо дофига чего менять. Оно не меняется, во-первых. Конечно, но После каждого ключевое полета, подчеркиваю. гидравлика плюс вторая вещь, еще не забывай. То есть, ну, вот он на Ну, последний вот уральские авиалинии, да, в пос, полете. да, последняя посадка, это Гидравлика. практически, да. Так, ну, там понятно, что там ошибки, на мой взгляд, больше диспетчеров слэш с командой как-то там не договорились. Но по гидравлика-то никуда не делась. А гидравлика откуда берется? Гидравлика тоже не наша. Ну, вот тебе и весь ответ. Поэтому скоро тебе будут объявлять, что на самом деле не летайте самолетами Аэрофлота, потому что это не престижные и вообще летают только лохи. На самом деле надо ездить на гужевых повозках. И это объявит какой-нибудь нашей очередной скрепой. У нас же все быстро подменяется пропаганда, прямо на изи. Нет, ну, авиация гражданская, скрепа нашей страны, страны такой протяженности географической, разве нет? Ну, то есть, Нет, как... мы уже от нее, мы ее слили. Мы ее слили, вернее, они ее слили. Ну, потому что, понимаешь, как это, есть причинно-следственная связь. То, о чем я сказал выше, для нелетающего ты слишком уебистый, как сказала та самая ворона. Давай, ладно, немного эмоций. Позволительных мужчинам среднего возраста. Я недавно, друзья, так вот, циферки еще будут, поговорим там о цифрах. Недавно с соседом разговаривал, давно с ним не виделись. Он такой же, как и я, повернутый на автомобилях. Вот, ну, когда мы были помоложе, это у нас прям такая стандартная тема была для обсуждения. Я его спросил, на чем будем ездить? На китайцах, сказал он, они стали ничего. Ну, ты Подчеркиваю за. это слово «ничего». «Не хочу», просто ответил я. Знаешь, это вот на уровне личного, это то, что вот не обсуждается. Вот я в детском садике помню, вот меня ставят с этой девочкой, вот с этой девочкой я буду ходить пары, а с этой нет. Потому Не девочки хочу. с виду одинаковые, даже бантик одинаковый. Вот если бы ты третий был в разговоре, что бы ты ему сказал насчет ничего? Саша. Вот. Я, Саша, вот еще раз, я бы сказал, не хочу. Я привел бы пример не девочки, конечно, я бы привел пример того самого профессора Преображенского. Вы, как это, не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. Полтинника жалко? Нет. А почему? Не хочу. Профессор, вас следует расстрелять. Почему? Потому что вы не любите пролетариат. А я не люблю дешевое вот это размазывание по мордам. Потому что, ну, как говорится, сделали китайцы существенный прорыв в автомобилестроении? Сделали. Ребята, только не надо, опять-таки, подменять нищету духа, воли и кошелька тем, что это мы на самом деле в это в говно и хотели вляпаться. Ни хера подобного. 3 года назад вы все, и я в том числе, хотели иметь новую BMW за 3 миллиона. А сейчас по вынужденности имеете какой-нибудь там гребаный псевдотанк, который не соответствует даже там крузаку. Само И название говорите, да не, называется, да, помнишь, как в анекдоте про ну, аппарат для конечно. дегустирования вин? Ну, что за дешевые понты? Ну, какой-то там, ну, Ну, конечно. китайский там. Нет. Автомобильная инфляция. Давай, вот я сейчас это самое Я время поэтому я не цифрами. против, но я еще раз говорю, не надо это выпячивать, когда это прям выпячивается, прямо, ух, вот, посмотрите. Значит, Автоньюз, цены на ты BMW говоришь, да? Вот H3, например, X3, который на российском рынке подорожал в последнее время на 155 тысяч рублей. Называется «Снявший голову по волосам не плачет» до 8 миллионов 675 тысяч. Это, наверное, бензиновая версия. Дизель, наверное, за десятку уваливается. Наверное. Всего. Вот, в ноябре 2021 года барабанная дробь, эта модель начиналась от 4 миллионов. Рост стоимости больше, чем в 2 раза. Q3 Volkswagen Group Forever подешевела на 100 тысяч рублей до 7 миллионов. В конце 2021 года эта модель стоила от 3,3 миллионов рублей. То есть тоже рост больше, чем в 2 раза. Неизвестный автоблогер Эрик Давидович, люблю его смотреть, честно говоря, вот, в каком-то московском салоне пробегает. Чуть ли не в Вавилоне, но могу соврать, друзья, не судите строго. Заснял Ешку, Дим, комплектацию, ничего особенного, за 15 мультов. Вот скажи мне, вот эти показатели, они вообще учитываются, когда Минеки там с ЦБ рапортуют о невысоком уровне инфляции? Или Ну, считается? они же монетарную инфляцию тебе считают. Они же не товарную инфляцию. Саша, они же тебе товарную инфляцию никогда в жизни не считают. Поэтому, ну, ты что от них хочешь-то?
Они как считали, так и будут считать, что типа все ровно. А что ровно-то? Поэтому Ну, им давай, ничего давай не... Наталью Васильевну Зубаревич процитирую. Инфляция, сказала Давай. Наталья Васильевна, как зарплата у всех разная. Конечно, она права в этой части. Поэтому у всех товарной, у всех инфляция по их кошельку, она действительно очень разная. Все. Раз Давид еще вспомнил, видел его ролик, едет он на каком-то китайском лакшери, Прима, Пума, каком-то внедорожнике. Название, Дим, вот ты бы мне мог сейчас отругать как гость программы, я как блогер должен уметь выговаривать слова, но в данном случае не хочу. Помнишь, у названия... Скорее всего, какой-нибудь пхи-ксион, скорее всего. Ли-ли-ли-а-кси-кси какой-то, ну, в общем, я язык сейчас Не, сломаю. Не суть, не парься. Заканчивалось название на L9, чтобы люди поняли, о чем речь. Вот L9 наберите, Давидыч, вот там будет его ролик, на котором он рассекает. Эрик Давидыч сказал буквально следующее. Toyota Land Cruiser 300, BMW H7, он же X7, Mercedes GLS, Cadillac Escalade в семиместной версии. Вообще все собрались и пошли... Здесь запикаем. Да. Значит, конец цитаты. Эрик Давидович, Угу. брат, извини, мы к тебе обращаемся. Там в салоне этого L9 это самое, пройди детоксикацию. Распыляется, как говорится, галлюциноген. Нет, там все Дим, нормально. Вот если бы нам с тобой дали этот L9 и на подъем, подожди, мы бы показали там даже без всякой отвертки. Какой это лакшери. Не в этом дело. Подожди. Эрик Давидович, советник москвича. Москвич – это джак, который-то в Китае стоит 900, здесь он стоит 2300, 2600. Чего ты от него хочешь? Ну, то есть, ну, сейчас они его вынут, сейчас ты посмотри, там, та же Лиса, там, ну, кто из условно честных, там, блогеров остались, это, соответственно, Ящер, который там вечный ящер, вот, Ильдар, ну, то есть пацаны, которые не превратились, которые, в общем-то, занимаются автоподбором и занимаются там, ну... Нет, они-то все показывают, потеки краски, значит, да-да-да, они там говорят, даже ребята, вопрос... если это понаружи, представьте, что там внутри. Там, ну, там совершенно другой, там металл. Саш, а ключевой, еще раз говорю, есть всего 5 вопросов, которые должен задать себе стандартный покупатель. В чем замечу любого автомобиля. Первое. Стоимость это продажный этого автомобиля через 3 года. Второй вопрос. Это краш-тесты. Нормальные краш-тесты. Не по каким-то там спецметодикам одной единственной страны. Третий. Такой. И ответ, кстати, на... Посмотрите, почему Европа, которую... Китайцы не вчера стали производить эти автомобили. Почему в Европе этих автомобилей нет? Совсем. От слова совсем. Вот совсем, ну там же казалось бы, что ну, европейцы... Ну, казалось бы, да, раз они такие они короткие. Что, они сэкономить, что ли, не хотят? Да вперед! Европейцы это... удавятся за лишние... Да, конечно, за лишнюю копейку. За лишние евроцент. Что же они там не удавлются? Третий вопрос. Соответственно, стоимость восстановительного ремонта после аварии на скорости 20 км в час. Ну, такой стандартный. Вмазался в бордюр, вмазался в легкую машину. Сколько вы, соответственно, потратите бабла? Третье, соответственно, как оно переживет нашу химические зимы. Ну и пятое, соответственно, я понимаю, что это для многих может быть не очень важно, это тесты при наезде на пешехода. Потому что на эти вопросы ни один вам так называемый китайский проповедник, который, еще раз говорю, я прекрасно понимаю, что они все потеряли, у них были раньше контракты. Им прям реально чехлили, их облизывали все представительства. А китайцы не облизывают российский рынок. И они вынуждены зарабатывать на продаже китайцев. И поэтому они китайцев хвалят. Было бы глупо. Ты же не будешь говорить, вы знаете, я напривез тут, у меня полная площадка говна. И давайте я вам про это говно сейчас расскажу. А бэушку сейчас у них нету. То есть сейчас настолько отработан. Вот если раньше я занимался действительно перегоном, раньше ты обладал некой, некой экспертизой. Сейчас, в общем-то, по большому счету, ну, плюс-минус, без особой экспертизы можно пригнать бэушку из Европы. Можно наткнуться на что-то там, все равно, конечно, идеально, чтобы ее там отсмотрели, но уровень того, что первым автоблогером был Сережа Винский, он мне пригонял крузак, первый Прадо у меня он был. Он давно уже от этого дела отошел, у него, он
просто суперский был. Он был лучшим блогером, он был единственным и неповторимым. Его сайт avd.ru. Сейчас он только туризмом занимается. Вот кто был профик. У него были прямо целые подборки. Автомобиль там за $1000, за 2000, за $3000. Не, как помню, сейчас я ему отдавал деньги, у него не было бумаги, я ему на какой-то это, на фотографии он мне расписывался в качестве этой расписки. Вот. Так что все это уже украдено до нас. А вот эти все там ящер молодец, он прямо красавчик. И Ильдар молодец. Красавчики. Но они в первую очередь вылезают за счет проекта. Еще там машинаторы вот хорошо вылезают. Вообще, ребята, ну, Гурам молодец, потому что он не слезает со своей темы. Ой, там, ну, то есть, вот эти восторги китайским автопромом, это все не вполне искренне, да? Не, есть... все ребята, которые, пусть и молодняк, соответственно, там, Гош Турботех, но они же что-то как-то, которые все, кто принимает участие в московских милях. Я что-то там не видел китайцев даже близко. Ну, там есть классика Бэха М5. Ну, я там, например, всегда больше ценил, когда идут доработки Геттера. Потому что Геттер, на мой взгляд, куда... Ну, просто другое дело, что у нас дорабатывает Геттер. Не сам, который? Да. Потому что Геттер в этом смысле, когда бы у нас были более, так скажем, активные поставки, ну и другие поколения были, Геттер, на мой взгляд, было более выгодно дорабатывать, чем ту же М-ку. Ну, потому что я как-то к Бэхе достаточно прохладно отношусь. Ну, вообще как-то... Ну, есть же еще Street Racing Technology, машинки с индексом SRT, там ребята любили закись азота впрыскивать в 8-цилиндровые. Это само с собой. Это ресурсные движки, они долго гонялись, они хорошо брали. SRT, джип SRT, это, конечно, прямо он дури там как грязь, конечно. Я вот когда у меня в запрещенном, но не Инстаграме, у меня есть, где я... На кольце «Сокол», это в Казахстане. У меня просто хороший друг, он как раз это кольцо делал. В смысле, он владелец этого кольца, и у него большой парк. И поскольку я туда ездил там с молодняком, молодняк там всякую байду брал, там типа там Плайда, там Порше, все остальное. А я ездил на... У него есть классная тачка. Мустанг 850-сильный. Механика, там такое сцепление. Ты когда... Я оттуда из машины вылез. Оно аж клацает такой, знаешь. Оно не то, что клацает. Как дверь в гелике. Так, ты понимаешь? С таким звуком. Да, ну, да, мало да. того, что у меня гелик, то там, когда втыкаешь передачу, ты такая мужицкая работа. Я на второй там шикане, я такого крутанул там пятака. Я там, это, а у меня со мной ехал, как говорится, инструктор, он там чуть-чуть вбежался. Я говорю, слушайте, если у вас есть... Из машин. Да, если у вас есть это... А там просто не установлена была система... телеметрии, я говорю, если у вас есть эта система телеметрии, просто вырежьте мне этот пятак. Потому что я, чтобы накрутить пятак, это надо постараться. Но я вылез, я весь мокрый, я был доволен как слон. Я там Достону сказал, что вот будешь все продавать. Можешь там что угодно, там плайды всякие там спорткары. Нахрен, мне вот этот металлолом, где механическое такое сцепление, когда ты ляжку прям так нарабатываешь, ручку нарабатываешь, она такая, там такой рев. Вот это тачка. Да, я люблю вот машины. Эти моторы, которые стоят в СРТ, Гранд Чироки, они вечные. Да. Я не знаю, Чирок, что надо Чирок, делать, чтобы их убить. Ну, то есть убить, это... да. Нет, ну, Чирок, это, конечно, это детство. Это я помню еще тогда. Просто это, кстати, вот мы с Никитой Небылицким, с которым мы вели программы он классный парень у него. Ферма, это... Он, короче, выращивает черную икру в Испании. Вот, он фантик, и он вообще классный парень. Он с точки зрения, он хороший инженер. Я люблю людей, которые инженерно увлекаются, а не просто там, как говорится, тупо бабло вкачивают. Вот, надо сказать, вот эти... Я люблю инженерные машины, и он тоже, ну, там, прям... Есть сон... Никто из ребят, которые близки к инженерии, что Гурам, что Гоша, соответственно, Турботех. Никто соплями на китайцев не... А к ним, кстати, уже подъезжали чисто за бабло, чтобы они начали это говнище рекламировать. Поэтому, когда я там у нас, я знаю, у нас есть один там хлебопек, который прямо там, знаешь, публично как это разводится с Западом и говорит, вот я купил китайца.
Ну, шо, как это? Это как вот Майков был какой-то Уда ролик. уда удачи, удачи на дорогу, Не-не-не, это товарищ. Майков был ролик какой-то, когда он там выходит, говорит: «Друзья, я вступил в Единую Россию». Ну и там все остальные. Не видел этого ролика? Нет. Посмотри, он классный просто, он суперский. Он в духе как раз, я не знаю, из какого он сериала, он в духе вот этих «О чем говорят мужчины». Просто вот и там вот общая реакция такая, все говорят: «Ну, вступил и вступил, чего кричать-то? Пожалуйста». И все так, знаешь, сразу расползаются. Вот точно так же. Купил китайца? Ну, купил и купил. Чего Не орать? надо, не Как надо это? так громко кричать, да, Биться вообще. так биться. Чего в жопу орать-то, как говорится? Все нормально. Купил и езди нормально. Мы никто ничего не говорим. Да, мы ретрограды. Будем ездить. Я буду ездить на машине, в которой надо дверь хлопать. Мне это нравится. Я могу ее только поменять на машину, в дверь, в которую надо хлопать. Да, у меня такая дурацкая привычка. Я люблю машины мужские. Может быть, по каким-то причинам весьма. Да нет, ну, брутальность брутальностью, но есть же еще надежность, такой параметр долговечности. Это Ну, точно, как это, точно. маешь вещь, ты же правильно сказал, да, чтобы ручка Конечно. ложилась в руку, Конечно. что эта машина Конечно. тебя не продаст, не заставит морозить сопли какой-нибудь там, Да. в каких-нибудь зажопинских выселках, когда она вдруг задумает заглох. Не-не-не, в этом Никогда с смысле. ней такого не будет. Да, Никак, и вот в отличие от китайского вот этого самого. еще раз, пусть они наработают свой опыт. Еще раз говорю, ну, не надо преподносить покупку. Вот я даже, кстати, всегда поражаюсь: ну, купил ты автомобиль, что ты начинаешь это выпячивать? В чем проблема? У меня вот столько за эти десятилетия прошло автомобилей, я никогда, даже у меня в голову не приходило их сфотографировать. Зачем? Чтобы что? Или телефон ты купил новый? Ну, купил, купил. Чего орать-то об этом? Какой смысл? Ты что ты этим демонстрируешь? Что ты можешь оплатить счет? Вот я сейчас, пока с тобой разговаривал, оплатил счет по ЖКХ. Я же его не тыкаю вам, вот посмотрите, я оплатил счет по ЖКХ. В голову никому же не приходит. Или я там, я купил себе шаурму. Ну, купил, купил. Живи ее спокойно. Я-то тут при чем? Не забивай пространство. На Возвращаемся к нашей политике, вернее, к экономике, перепачканной во Перепачканного вторичном везде. продукте. Вот сейчас Да. прям совсем будет жестко. Доллар опять в отметке 100 рублей, Нормально. чем, видимо, и объясняется ценник на нормальные автомобили. В Конечно. сентябре, значит, в России продавалось, в прошедшем сентябре этого года продалось 7 миллиардов в токсичной валюте, год назад 25, предыдущие годы 15-18. Дмитрий Валерьевич, банально, на рынке об этом все говорят. Просто дефицит доллара и евро. Да, просто дефицит валюты, больше ничего, все знают. Значит, я так Это понял, что поэтому... 100 это еще ништяк, а Минфину вообще отлично, они дыру в бюджете закрыли, вот эти Абсолютно. 3-4 триллиона, о которых ты говорил, Да. это и позволило закрыть дыру, но дальше-то что?